вряд ли собой хороша, но скромна и нарядна. Вряд ли вполне молода, но о том не речь. Где-то в предместье она так и живет, вероятно, чем занята, Бог весть, может, совсем ничем. Может быть, к зеркалу профиль приблизив не годы, локон непышный на разные крутит лады, или цветок чуть живой ставит в кувшин узкогорлый в озере только что свежий набрав воды. Может быть, этот цветок называется розой, может быть, он ей подарен неделю тому рослым красавцем, таким с белой такой папиросой близ городских ворот. Бог весть за что, к чему. Все ни к чему, никаких никогда не бывает. Рослых цветами красавцев у врат городских. Ну вот и плачет она, вот и кувшин разбивает на 7 или 6 Бог весть мертвых частей таких. Может быть, этот цветок называется